Стартуем. Предпоследний матч четвертого тура нижней сетки. Синевер против Утера. Проигравший выходит из турнира. Первый раунд. X10 мод. Оружие 3. Ключ. И корона свободная. Идем до трона. Корону берем какую хотим. Сид 2-4-1-9. 3-2-1. Начали. Простые условия, а вот мод непростой. Оба выбрали кристалл. Ключ, казалось бы, ни на что не влияет. Но с револьвером стартовать обычно поудобнее, чем с ключом. Обычно. Оба берут лазер-брейн, очевидный выбор для первого оружия лазер-пистола. Первое оружие, которое попадается. Незамысловатое начало. Утро как-то поздно телепорт появился. Из-за этого он немножко дольше идет. То этот телепорт можно и манипулировать. Если по таймингу разрушить какую-нибудь штучку. Машину, там, бочку. Подождите, бочки вообще есть на свалке? А, там не бочки, там эти, покрышки. В общем, любой проб. Или даже врага. Короче говоря, дополнительный труп на земле, чтобы появился. После смерти бигдога. И тогда у тебя телепорт появится быстрее. Иногда это сама получается, иногда тебе можно сделать это специально. На турнире это довольно важно. Экономит порядка 5 секунд. Кожа для утра. Синер снес Ваульт, а вот Утер прошел в него. Мне кажется, сейчас Ваульт... Оу, кстати, про Ваульт. Там был хоррор. Причем Утер сначала подолбил его, а потом понял, что его не нужно убивать, и убежал. То есть можно было вообще не отвлекаться. Утер немножко отстает. На бигдоге немножко это самое. В Вауль зашел. Зазря. Лазер миниган. Хорошее, конечно, оружие сейчас относительно лазерпистола. Но с учетом лазербрейна сейчас, в принципе, это фактически одинаковое оружие. Грубо говоря. Нога для утра. Это позволило ему гораздо быстрее зачистить лабы. Синевер не брал кожу и взял СС. Плазмаган. У утра он ее даже взять не мог толком. У утра могут быть проблемы с патронами. У Синевер же лакишот есть. Плутониум для утра. Да, утер ногу не просто так взял. Он достаточно быстро зачистил палас. И нога у Синевер. Синевер немножко времени потратил, чтобы подумать, что взять. И сейчас, мне кажется, у утра будет больше дамаги, потому что у него не плазма,
у него плазма кэнон. Не плазма ган, а плазма кэнон. Ему надо стрелять по центру, потому что она очень большая будет. По центру. О боже, он не по центру стрельнул. Но, в принципе, да. Трон аннигилирован. А Синемер с лазер-пистолом, пусть и тоже очень быстро убил, но подольше. Утро побеждает в этом раунде. 0-1. Второй раунд начинается. No active mod. Стартовое оружие 101. Скридрайвер. Корона риска. Сид 5184. Идем до трона. 3, 2, 1, начали. Оба выбрали робота, потому что no active. Синевер отказался от СС-а. Если у тебя с этой короной 1 хп, то у тебя уже все плохо. И СС тебе вряд ли поможет. Мне кажется, здесь логика именно такая. О, Утер немножко умер. Это лучше, чем умереть в конце. Но все равно он теряет полминуты. И еще одна смерть. Дистанция короткая. Поэтому сейчас даже такое количество времени может пошатнуть мораль. По факту, если Синевер сейчас даже медленно будет играть, Утер вряд ли перегонит его. Нага для Синемера, также у него слагер. Энергии не было, но теперь уже восстановилось. 3 пикапа упало. Он взял Last Wish, но у него не было цветка. Он, видимо, пропустил. Возможно, Утеру повезет больше, и он найдет цветок сразу же. Нога для Утера почти так же прокачиваются. Ну, кстати, если, наверное, взял лазер брейн, потому что, собственно, плазма выпала. Утер сразу же зашел в джунгли. Не уверен, почему Синемер не пошел. Но, да, Утер все равно отстает. Огнемет в джунглях
Так это самое классно выглядит. Да и, собственно, является довольно полезным. Именно на этом этаже. Да, сегодня это первый матч. Очень мало патронов у Синемер. Слагер сосет откровенно в лабах. Берет в последних надеждах дискомет, и он действительно выручает Синемер, потому что, ну, в таких ситуациях все что угодно может быть лучше, чем ничего. Да, оружие неподходящее для лап. Что плазма, что слагер. Мне кажется, рано Синемер. Там еще и подарочный сундук, охренеть. Что за... Еще один дискомет, вы издеваетесь. Синемер поспешил, да. Пожите, у Утера тоже не самая лучшая ситуация. Но Утер сразу же зарашил и не позволил разрастись полчищу фриков. И тоже дискометом чистит, это жесть. Дискомет, имба. Утер с дискометом остался, у него никакого оружия нету больше. И Синер вынужден дискометом пользоваться, потому что у него даже выбора не было, у него уже нету патронов. А Утер остался с дискометом, возможно, даже по собственного... Окей, Хэви машинган... Слагер. Не слагер, блин. Вообще-то Хэви слагер тоже. Хэви гранатомет, конечно же, выпадает Утеру. А Синемер он не выпал, потому что, собственно, Синемер не был в джунглях? Подождите. Он не был в джунглях, но он также и не был в ульте? Блин, я не уверен, почему он ему не дропнулся. В общем, эти лабы, это жесть какая-то. В итоге игроки сравнялись. Я бы даже сказал, Утер первее идет. Потому что Синемеру Хэви слаг... Хэви слаг, блин. Хэви гранатомет не упал. В итоге Утер лидирует. И опережает Синемер на целый уровень. Охренеть, эти лабы были ужасными. Просто худшие лабы на этом турнире. Ну, в основном, сами лабы на самом деле были неплохими. Просто оружие выпадало такое, которое абсолютно никак не подходит. Вот в чем проблема. Так, там Никус подписался 19 месяц. Спасибо тебе огромнейшее за такую длительную подписку. За... поддержку почти 2 года подряд. Воу-воу-воу-воу! Утро чуть не умер, капец. Утро побеждает в этом раунде. 0-2. Третий раунд начинается. Цель трон. Фейдвейп мод. Оружие Бладхаммер 67. Корона проклятий. Сид 8. Сид 4-8-5-1. 4-8-5-1. Корона проклятая. Идем до трона. 3-2-1. Начали. Бладхаммер довольно хорошее оружие для начала игры. По крайней мере, до бигдога. Мне кажется, Синемер зря убил этого скорпиона. У меня прям чувство такое, что... Не, все нормально.
Появился бандит. А то врагов прямо на этаже не было. ЛБ для Синемер. Проклятый Хаммер в Оазисе. Утер где-то достал... Стоп. Арбалет был на первом этаже, да, ведь? И Синер специально его не взял, судя по всему. Почему-то Синемер со слагера убивает Бигдога. Ну да ладно. А, у них же фейдвеб. Так что Синемер мог вполне пропустить оружие, оно бы взорвалось после этого. Плеерган. Здесь помогла бы нога, если честно. Чтобы с хаммером бегать и выносить сразу же всех. Желудок для Синемер. Я был уверен, что он возьмет гамму. Но этого не произошло. По факту молоток сейчас вообще совсем справится. Флаг кэнон проклятый для Синемер. Довольно хорошее оружие. Утер даже не стал трогать тот проклятый сундук, где у Синемер лежал флаг кэнон. И в принципе он этим и выиграл сейчас немножко времени. С помощью логистики. Два хп утра. И он залетел в ульт. Активка UV очень хорошо позволяет арбалетам выстрелить с двойного клика и сразу же, собственно, открыть в ульт. Потом просто нужно подойти и убить парочку врагов хаммером. Все легко. Обычным персонажам надо было бы стрелять, потом еще раз стрелять. Синемер не снял проклятие, хотя мог. Наступить на пьедестал, взять ту же самую корону. Флаг кэнон хоть и хорошая пушка, но возможно попалось бы что-нибудь еще лучше. С другой стороны, это стоит призыва ментов, и они могут немножко все попортить. Особенно если играть вот так зажато, как сейчас Синемер. Да, Синер очень сильно зажато играет, у него мало патронов. Он постоянно отходит назад. В итоге теряет еще больше времени. Не удается подобрать больше патронов. Утер же более проработанное движение делает в этом раунде. Даже незаметно, что он какие-то проблемы испытывает вообще. Хотя у него в руках долбанный арбалет с первого этажа. Хаммер очень хорошо показал сейчас в этом раунде себя. Странно, почему Утер стреляет им по Ринофрику, хотя Хаммер, очевидно, больше ДПС наносит. Синемер выкинул Бладхаммер в пользу Хэви Кросса. Гиперайфа для Утера проклятая. Это очень хорошее оружие, чтобы убивать трон. И в принципе ДПСить собак в паласе. Та же самая гиперайфа для Синемер. Синемер отстает секунд на 20. И вот сейчас такая ситуация, что у Синемер два проклятых оружия. Если что-то не проклятое дропнется, он не сможет подобрать. Это довольно противная ситуация. Триггеры для Синемер. Сейчас триггеры, в принципе, для UV. С условием ПКМа могут помочь. Охранить там ментов.
Утро все еще с Бладхаммером. В принципе, почему бы и нет. Он довольно хорошо собак контрит. А у Синевер тем временем патронов нету. Не то чтобы утро, их было много. Он наконец-то выкинул Бладхаммер. На троне Бладхаммер вообще не будет как-либо вообще действовать. Супер Слагер для утра. Теперь понятно, чем он будет убивать трон. Забавно, что с Open Mind'ом колба на троне спавнится слева. Или может быть справа, справа тоже может спавниться. В общем, в обычном троне она спавнится прямо на ковровой дорожке. Когда ты активируешь трон, колба разбивается сама по себе. И это довольно забавно. Активируешь трон и слышишь, как колба снизу разбивается. Второй, третий выстрел, четвертый выстрел. И добивание гиперрайфой. Легкая победа для утра. Победа трона, конечно же. А раунд выдался довольно близким. Довольно близким. Странно, почему игроки правым кликом не закликивают гиперрайфу на UV. Так выдается больше ДПСа. Утро побеждает в этом раунде. 0-3. Четвертый раунд начинается. Цель капитан. Limit Fire мод. Оружие 79, гранат шотган. Корона свободная. Сит 8892. Раз-раз. Limit fire. 79, гранат шотган. Корона свободная. Сит 8892. Оружие 79. Сит неверный. Сит 8892. Итак, корона свободная, что хотим, то берем. Limit fire. Цель капитан. 3, 2, 1. Начали. Утер взял корону взрывов. С Limit Fire'ом гранат шотган, в принципе, очень противное оружие. А с короной он будет... Я даже не знаю, будет ли он еще более противным. Ну, в принципе, спаун хороший. О, и утер сам себя взорвал. Ну, тут корона не корона, он бы все равно в этот угол, как бы попав, убился бы. Что ж, утер расчет именно на стартовое оружие. Но из-за Limit Fire эта тактика может и не сработать. Точность бы хорошо найти для шотгана как раз. Для гранат шотгана. Оба берут болты первой мутации. Очевидный выбор. Потому что в джунгли сейчас идти лучше не надо. Limit Fire зло.
Хави Кросс берет Синемер. Заходит в прокты. В принципе, они не такие уж и густонаселенные. С учетом Хави Кросса, в принципе, у него не должно быть больших проблем. Корона свободная, так что у Синевер проклятая корона, а у Утера не проклятая. У него корона смерти. Именно поэтому Синевер сейчас и получил Хэви Кросс. Хэви Кросс уже стал ССГ. Вообще можно было бы и то взять, есть болты. А если еще и триггеры появятся? Ну, триггера нету. Но было бы рисково, конечно, брать оба арбалета, оба проклятых. Точность что-то как-то тоже не попадалась. ССГ сейчас будет очень помогать, потому что Лимитфайр. У него хороший веерный дамаг. Утер не был в проклятых. Но тем не менее, Синер прошел проклятые довольно неплохо. Так что он лидирует. Да и Утер, собственно, умер в самом начале. Его отставание все еще продолжается. Ухухухуху, что же делает Синемер? У него, конечно, гамма с лицом. Но это был опасный мув. На самом деле, да, гамма с лицом. Под такими мутациями это не настолько опасно, как выглядело. Потому что по факту все, кто его мог задеть, это волки своими выстрелами. У Утера нету такого количества мутаций. Прям 5 мутаций на 2 штуки больше, чем, собственно, у Утера, у Синемера. Из-за проклятых пещер там очень много радиации падает. Так что Утер не мог физически так хорошо прорашить. Битва с Хантером с ССГ в руках довольно-таки проходит более гладко, чем могла бы быть, я бы сказал. Все равно как-то проблематично. Мускулы, мне кажется, Синемер сейчас немножко мешают из-за того, что ССГ кончается, а гранатометом пользоваться сложно. Оу, и Утер зашел прямо в обнимку к Хантеру, когда тот выстрелил. Вообще не так, как надо получилось. Что ж, вторая смерть Утера для этого раунда. Это огромный шанс для камбэка со стороны Синемер. Привет, Виталий. Здорово всем. Да, Утер как-то расслабился для этого раунда. После 3 побед. Первые 3 раунда прошли настолько гладко, что я даже их не заметил. Просто игроки пулей проносились. Ну, не считая, конечно же, тех дискометных лап. Супер базука для Синемер. У него теперь 2 проклятые пушки. Гамма позволяет дочистить лабы. Время вышло, рестартить нельзя. У Синемера вены, так что супербазука сейчас не имеет никаких недостатков. Прямо с вот этим оружием он и может идти прямо до капитана. Еще бы он болты брал вместо взрывчатки из сундука. Проклятые патроны Синемер также не страшны из-за вен. Он продолжает собирать взрывчатку. Хотя, ну, на троне она нужна, там уже мало было, конечно. Оу! Да, это было печально. Синемер побеждает в этом раунде. 1-3. Пятый раунд начинается.
Пятый раунд до капитана. Курс мод. Lightning Shotgun со старта 59. Корона спешки. Сид 2-4-3-6. Итак, идем до капитана. 3-2-1, начали. Не первый раз уже Lightning Shotgun проклятый и почему-то выбирают качка. Типа револьвер и будет позволять более удобно проходить оазис, что ли. Но с другой стороны, Lightning Shotgun. У него такой огромный разброс за качка, что проклятая пещера будет огромной проблемой проходить их. Так что мне кажется, что здесь качка не надо было брать. Привет, Эзик. Оба не с первого раза зашли в оазис, но в принципе сейчас прям поровну со второй попытки. Хорошо зашли. Удар пропустил сундук. Пропустил патроны. Они не могли пользоваться лайтнинг. Оу, минус удар. Они не могли пользоваться молнией, потому что, собственно, оазис под водой, молния тебя тоже дамажит. Поэтому было бы неприятно. Синер взял вместо плутониума импакт. Обычно плутониум... Типа, ну, слабенький. Ууу, телефраг! Ооо, прямо четко так. Забайчен на патроны и сразу же ловит плюху такую. Да. Что ж, теперь Рутер впервые идет. И да, насчет плута, в принципе, он обычно в спидранах не настолько... полезен, потому что, собственно, врагов немного, можно собирать пикапы без особых усилий. Но здесь другая ситуация, здесь проклятая пещера. Поэтому можно было и взять. Подумал утро, подумал, и арбалет не взял вместо слагера. Слагер имеет меньше дальности. Он не умеет пробивать. Но вместе с этим у него чуть-чуть побольше урона. 22 вместо 20. А в упор 24. Намного более удачная попытка для утера. В этот раз. Ой, какие хорошие пещеры. Ой, какие хорошие. Вы посмотрите. Ой, какие хорошие пещеры. Всем пещерам пещера. Ой, как хорошо. Просто вау. Бонсер шотган для утра из сундучка. Там хэви гранат лежит. Да, хэви гранат, окей. Утр теперь взял хэви гранат. Это куда более правильное решение в этой ситуации. Сенер вообще не стал брать второе оружие. В принципе, он качок. И ему нормально со слагером. Слагер имеет огромную проблему с мелочью, потому что он только одну цель пробивает, задевает за выстрел. Но Lightning Shotgun во второй руке все еще остается у Сенера. И вот сейчас
сила качка уже начинает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда же Синевер-то пошел без патронов на шотган? Сила качка, да, хорошая сила качка у Синевер. Да, неловко получилось. Та же самая ситуация у Утера, но у него были патроны. Чуть не убили на этом же месте. СС для Утера. Вау, Синевер даже шмальнул шотганом один раз, но это не убивает. Тебя дамажит больше, а всех врагов на 1 хп, а у рыб 2 хп. Вот и получается так, что ты дамажишь весь экран, а рыбы не умирают. Идея хорошая, а на деле нет. Время вышло, рестартить нельзя. Что ж, последняя попытка у игроков. Утер справляется намного лучше. Качок показывает себя нормально сейчас. Типа... строение этажей довольно-таки приятные. Положительные. Благоприятные. Но, к сожалению, Синевер как-то это самое, да. Точность и лазербрейн для Синевер. В этот раз он и не пошел в джунгли. Точность и ЛБ сейчас его шотган очень сильно усилила. Прям раза в три. Не очень приятная ситуация для Утера. Вроде щитовик сдох. Главное не паниковать. Стреляй в них, пока они не умрут. Это то, как надо бороться с этими собаками. Уф! Синевер перепутал под пушки и выстрелил в упор. О, это было так грустно. Что ж. 1-4. Утер побеждает. Матч оканчивается. Синемер выходит из турнира. А Утер проходит, собственно, полуфинал нижней сетки. Матч завершен.